Ливан Тодуа, один из первых гостей с шикарнейшим букетом. Спасибо. Пришел поздравить Анастасию. Не только Анастасию букет, там Волочко. Еще красивая картина. Ой, да. Интересно, да. Ну, пока мы не можем развернуть, я вижу, что там огромное полотно. А может быть, раскроешь секрет, что там изображено? Или пока нельзя? Нет, можно. Во-первых, давайте поздравим Настю. Я извиняюсь за свой Конечно. Голос. Я немного... У меня аллергия. Вот, Насте хочу пожелать женского счастья, здоровья. Там ее красивый портрет. Как только Настя появится, обязательно мы ей вручим. Да, мы снимем. Скажи, он вертикальный? Я вижу, там очень огромное полотно, наверное, метра два. Да, он вертикальный, правильно. Ну, я сейчас точно не скажу. Вот эта картина, ее ждет уже месяц, еще где-то. Кто автор картины? А вот Володя. Володя? Да, давайте Володя. Мы оставим немножко интриги. Секрета, да. Интриги, да, да. Мы ей подарим, потом обязательно вы... Скажи, Ливан, я, во-первых, хочу сказать, ты великолепный телеведущий, радиоведущий. Скажи, что сейчас вот в творческой жизни происходит у тебя? Чем ты сейчас увлекаешься? Все тем же. Все тем же? Да. От любимой профессии, от любимой работы не отрекаются. А человек, который искренне любит свое дело, он никуда не денется, никуда не свернется. А люди, которые случайно попадают на телевидение, вообще в шоу-бизнес, mm-hmm. еще куда, их время само mm-hmm. по себе выкидывает. Скажи, сколько ты с Настенькой дружишь уже лет? Ну, я не могу сказать, что мы такие близкие друзья. Я больше дружу mm-hmm. с Никитой Борисовичем. Ну, когда-то, лет 11 тому назад, когда я еще для разных изданий писал интервью, mm-hmm. Я с ней делал неоднократно интервью. Вот. А некоторые были очень добрые, некоторые были очень болезненные, ну, в том плане, то, что я иногда критиковал, иногда хвалил. Ну, наверное, не без этого в шоу-бизнесе. Ну, это шоу-бизнес, это нормально. Это да. Правильно. Вообще в шоу-бизнесе очень тяжело быть интервьюером, потому что ты должен со всеми соблюдать и хорошие отношения, но как без вопросов, понимаешь? В этом и суть. Никак. Это было лет 10 тому назад. Я делал с ней вот в таком, как вы... С микрофоном ходил, делал для... А помнишь какой-нибудь вопрос такой интересный, на который она... Ой, вы знаете, тогда она... Это было лет 10 тому назад. Конечно, я помню. Только восторг. Тогда не было столько светской хроники, скандалов с ее именем связано. Mm-hmm. Ну, это какое-то было доброе интервью, абсолютно mm-hmm. несло только позитивы и добрые слова. Как ты думаешь, чем сегодня на своем дне рождения она удивит своих гостей? Может быть, споет, может быть, чем-то таким... Ой, я думаю, что Настя уже всех удивила, всем, чем можно было. Я думаю, что она сегодня споет обязательно, и, может быть, не знаю, день свадьбы объявит, что-нибудь такое интересное. Что-нибудь интрижка Да, будет. Я думаю, что да, конечно. Да, это же госпожа Волочкова, не просто так же. Она непредсказуемая. Да. Это был Ливан Тодуа. Спасибо. Не смейте больше...